После катастроф, а иначе их и не назвать, люди наблюдали за очередным парком и целым миром ящеров все пристальнее. Остров принадлежал динозаврам, и волею судьбы природа стерла там наши последние следы. Парк исчез, а динозавры остались, и они заслуживали того, чтобы жить. Так появилась группа DPG, группа защиты динозавров, под началом Клэр Диринг. Но что, если бы хаос показал себя совсем по-другому? Что, если бы вулкан дремал себе и дальше? Что, если бы Клэр смогла вернуться туда? Она бы постаралась помочь его новым обитателям. Может, тогда динозавры наконец обрели бы то, что всегда принадлежало им — покой. Как же изменился остров с тех пор, когда я была здесь в прошлый раз. Разрушены мечты, жизни. Мир пытался смириться с тем, что мы сделали в тот роковой день. Или не смогли сделать. Суды, показания. Все искали виноватого, с кого можно было спросить. Но из наших стремлений и ошибок выросло нечто прекрасное. В мире появились динозавры. Опять. И все изменилось. В том числе, зачем возвращаться? Зачем снова все вспоминать? Весь ужас. Ответ очень прост. Наше дело — мое дело. Оно еще не окончено. Прямо не верится. Я поддался уговорам и вернулся на остров. Ну, то есть, да, уговоры проходили через суд, но какая разница? Да ладно, я здесь, вы здесь, и динозавры тоже все здесь. Да уж, вот такая большая неблагополучная семья. Финч, это наша работа и наш долг. Хотите вы того или нет, динозавры целиком и полностью наша ответственность. А как иначе? Пора бы привыкнуть. Заботьтесь о будущем, помни о прошлом, так ведь? Хорошо сказано. Прежде чем приступать к делу, надо построить на острове базу. Надо все снести, будто нас здесь и не было. Магазины, рестораны, убежища, туалеты. Снесем абсолютно все. А нас останутся лишь воспоминания. Надеюсь, хорошие. Нам надо убирать старые следы, а не оставлять новые. Чем что-то строить, лучше отремонтировать то, что есть. Наперекосяк, животные разбрелись по всему острову в поисках мест, похожих на их естественную среду обитания. А чтобы понять, где эти места, нам придется думать, как динозавры. Только так мы их отыщем. Выслали отчет о состоянии. Проверка завершена. Состояние актива подтверждаю. Докладываем о состоянии актива.
Оуэн, приступим к проверке благополучия динозавров. Понял. Мы отследили несколько особей брахиозавра, но нужен загон. Я бы предпочел динозавров вообще не видеть, а вот другим хочется. Соорудите смотровую галерею, чтобы можно было следить за брахиозаврами. Ну и словечко, язык сломаешь. Эти животные очень крупные, но и им нужен комфорт. Может, даже больше, чем остальным. По своему опыту говорю, я ведь тоже человек не маленький. Вы уж позаботьтесь, хорошо? Барионикс. Я, конечно, люблю динозавров, но от этого предпочитаю держаться подальше. И все-таки одну особь придется поймать. Пожалуйста, сделайте это сами. Простите. Наши ученые хотят провести медосмотр Барионикса. Вы уж с ним поосторожней. Если потеряете бдительность, вам потом одного медосмотра будет мало. Это крайне опасное животное, но без лекарства оно долго не протянет, скорее всего. Нужно провести исследование. Кажется, лекарство есть. Надо испробовать его на Бариониксе.
Какой напористый зверек. Может, ему некомфортно? Позаботьтесь о нем. Глядишь, и успокоится, хоть отдохнет перед следующим нападением. Эй, это Оуэн. Там трицератопс и синоцератопс дерутся за главенство на своей территории. Давайте их обезвредим и отловим. Последим за их состоянием, потом выпустим. И пусть сами разбираются, кто прав. Полагаю, не обойдется без драки. Так уж устроена природа. Побеждают те, кто сильней или умней, или те, кого больше. Мы и так вмешиваемся слишком часто. В этот раз не будем. Оуэн, мы ищем Блю. Поможешь нам? Обязательно. Надеюсь, она жива. Самка жива. Я уверена. Хоть бы в этот раз ты была права, Клэр. Оуэн, тут Блю. Самка раптора незаменима, и на то есть причины. Главная из них — привязанность к Оуэну Грейди. Он ее дрессировал, даже добился кое-каких результатов. Но велоцирапторы непредсказуемы, и за ней придется следить. Отвезите Блю в загон и обращайтесь с ней как с родной. Я сейчас серьезно говорю. Забрать актив. Клэр, Блю явно не здоровится. Надо провести медосмотр, как вчера. Ветеринары уже едут. Пусть потерпит немного. Мне бояться нечего. Она в твоих надежных руках.
Она у себя в загоне, мы за ней наблюдаем. Похоже, ветеринары выяснили, в чем дело. Что с ней? Заражение крови. Нужен донор для переливания. Какой донор? Рапторов больше не осталось. Тирекс. Это же другой вид. Я обязана Блю жизнью. Ты ее обучал. Нас обоих спасла ее верность тебе. И теперь я смогу ее отблагодарить. Выручу давнюю подругу, хоть ей уже 65 миллионов лет. Ну так что, где искать Тирекса? Мне Тирекс — единственный шанс Блю. Доверю этот вопрос вам. Обезвредьте самку и глаз с нее не спускайте. Она без вас точно глаз не спустит. Рекса надо обезвредить и отвезти в больницу медицинский центр. Там возьмут кровь для переливания. Лишь бы эта зверюга нам самим по ходу дела кровь не пустила. Необходимо забрать актив. Направляюсь забрать актив. Клэр, этим я займусь. Мы обезвредим Блю и отвезем к ветеринарам. А дальше все зависит от них. Специалисты готовы. Они уверены, что переливание поможет. А ты тоже так думаешь? Надо довериться им. Блю мне как родная. Знаю. Выдвигаюсь на сбор актива. Транспортировка актива завершена. Все будет хорошо. Блю ведь умница. Мы вернули с того света много динозавров. Но Блю особенная. Оуэн, я так рада за тебя. А я за нее. Не знаю только, можно ли держать Блю рядом с Тирексом. У них сложные отношения. Прям как у нас. Как у нас? Подерутся еще. Мы же не деремся. Так, спорим иногда. Ага, вот как сейчас, например. Нет, сейчас мы заодно. Выпустим Блю на одном берегу острова, а Тирекса на другом. На всякий случай. Доволен? Более чем. Не знаю, что теперь будет, но явно что-то хорошее. Прямо как в доисторические времена. Чтобы воссоздать старое,
мы разрушим новое. И что ты хочешь снести? Все. Абсолютно все, что мы построили. Загоны, ограждения, весь парк. После нас должен остаться нетронутый остров, куда не ступала нога человека. Динозавры это заслужили. Жаль только, что мы раньше об этом не подумали. Важно не то, что берешь. Наверное, люди наконец узнают свой. Этот остров принадлежит динозаврам.